Все, запись пошла. Ну, короче, сегодня террария. Да, блин. Так, это прежде всего включить, надо оставить только бэкграунд для атмосферы. Ну, потому что у меня компьютер не тянет ничего. Так, надо вспомнить вообще, что как делается. Так. Назад. Сделаю его, чтобы можно было видеть. У меня лучше красный. Красный и... Да, красненький. И бордюр черными, чтобы было. Да, вот так вот. О, нормально. Ну что ж, начнем. Я вообще решил начать играть в террарию, потому что выходит там скоро что-то обновление какое-то. Короче, это будет, наверное, много серий, потому что Террария все-таки игра интересная, но никогда я в нее играю. И по 10 минут серии, я думаю, я так пройду за серии 30 всю игру. Вот, у нас дерево уже большое тут есть. Давайте сходим проведаем. Так, неплохо. Это чё? Так, ужасно. Ужасно. Ужасно, нормально. Ужасно. Ужасно. Ну, в принципе, вообще useless вещи. Единственное, что нормально, это сундучок. Возьмем, пошёл это. А то мы думаем, мне лень будет крафтить потом все это. Ну, берст тоже возьму. Почему бы и нет? Сделаю, пожалуй, дом, чтобы... А чё мне не помнило сейчас, секунду? Видео. Странно, ладно. Так, что я хотел... Сделать дом хотел с, это... С ловушкой для монстров. Для мобов. Что можно было их фармить потом. Планирую, чтобы это все было частью дома пока что. Ну, потому что меня не очень волнуют всякие вот эти вот нюансы в доме. Чтобы все было красиво. Мне важно, чтобы все было рядом. Так. Боже, как я давно не играл. Что у нас? А, стену. Стену надо сделать. Найс. И вот так вот будут забираться. Так, надо сначала расчистить здесь дорогу.
А с хрена ли все еще не достаю? Не понял. Короче, просто надо сделать вот так. Да, господи. Оп, нормально. Так. Тут. Ну, я наконец-то зачистил комнату для будущей комнаты. Так. Вообще, по идее, я сейчас должен не домом заниматься, потому что это надо делать ночью, а добывать ресурсы. Но какой-то когда-либо ебало. Так, надо сейчас здесь дверь поставить. Нет, вот здесь поставлю. Вот так. И это все заполнить стенками. Блин, жалко, что у меня бадзика не записывает еще и игру. Тут же музыка прикольная. Ну да, как я думал, что мне не хватит ничего. Так, пойду-ка я лучше сначала подбываю всяких деревьев там и поизучаю мир пока. Ну вот тут какие деревья большие. Ой. Так. Блин, зачем я создал большой мир? Надо было маленький создать. Чтобы побыстрее игру пройти-то. О, пещерка. Неплохо. О, вообще неплохо. Там, оказывается, и паутина еще есть. Могу сделать ёшку. Сундучок еще. О, нормально.